вышли в ноябре 17. Ноябре 17. Ну заходите, пожалуйста. Прошу вас. Так. А, понятно, вот это ваш рабочий кабинет, да? Да, да, я вот здесь. Понятно, да, да, да. Так. Ладно, походите, я просто сейчас закрываюсь, не ждал. Так, ну этот дом-то восстановленный, да? Дом просто... Это не господский дом. Вот Игорь пусть вам и рассказывает. Иди рассказывай. Установлен, не установлен. Понятно. Ситуация непростая, в общем, надо опись совершить всех предметов. А это что? Частный какой-то служебный дом. Да. Так, Игорь Иванович. Ну, понятно, да. Андрей Александрович. Да. Здравствуйте. А вы работник тоже? Да. Ага. Вот. Ну, я помню, значит, да. Значит, было открытие. Это вот ночь. Единственное, значит, чего... Отлично. Здесь... Рабочее место-то, Игорь Иванович, все бы... Единственное, что... Какой минус здесь, это то, что до сих пор не передано это помещение в собственности государства, то есть до сих пор является собственностью совхоза, mm-hmm. Вот, и здесь государство, получается, арендует. Mm-hmm. Вот. В этом плане, поэтому у нас всего три помещения, а так было, можно было бы еще, то есть, в принципе, там... А есть что расставлять, да? Ну да, да. Есть, ну, допустим, так. Ну, во всяком случае, это очень хорошо, потому что Пушкин... Вот, кстати, кусок реки Суды где-нибудь далеко от моего дома находится. Здесь вот у Ганнибала была мельница построена. Причем очень уникальная мельница для России вообще. Колесо, которое вращало жернова, оно было под водой. И даже зимой мельница работала. А за счет течения, да? За счет течения, да. Очень хитрая конструкция. Дело в том, что Ганнибал научился во Франции и научился вот именно европейским вот этим всем штучкам. Он был профессиональный военный инженер. Ух ты! Достиг больших успехов в карьере как военный, как инженер. В конце концов получил звание генерала-аншефа. Но характер у него был, говорят, такой ответственный. Ну, конечно, не, ну, представьте, оторвать в 7-летнем возрасте от родной семьи ребенка и, значит, содержать его в турецком плену, пусть даже это будет, как говорится, там, гарем или что там было, сираль турецкого султана, но все равно это плен, да? А он князь все-таки, из князей, то есть, как бы... мальчик, то есть у него отец князь, он привык к роскоши, привык к свободе, вот, и ему, конечно, было там не сладко. И когда уже у Петра он, естественно, обрел ту часть свободы, которую, я считаю, заслуженной, вот, и уже развился как личность. И, ну, и, конечно же, в общем-то, стал достойным предкам нашего великого поэта. А это чей, кто это сделал? А это известный художник Очинский, по-моему, Чурченко. Вот. Это, значит, два вида гранита здесь использованы. Ну,
это предполагаемый портрет. Mm-hmm. Ну, то есть образ, кстати. Mm-hmm. Ганнибала, потому что точно никто не знает. Какой у него был образ. Это тоже предполагаемый портрет. Ну, ему Петр ожидал своего отчества. Вот. Вполне возможно, что он был и так выглядел, и так, то есть мы точно не знаем. Но он по материнской линии, это Пушкин, он по материнской линии. Пушкин, да. Ну ладно, отец-то был Пушкин, родовитый. Закрывать, да? Дворянин. Ага. Все сделано не так. Я попрошу, когда на минуточку выйти, мы проверим сигнализацию. Катя, давай я тогда потом тебя. Я беру все. Да, все, пока. Каменная скамья-то с прудом самого Ганнибала, сохранившись там. Надо Игоря спросить. Да, да. Так что я вам сейчас расскажу о творческих наших планах. Значит, вы как сценарист, как мы ищем вам нужно. Да, литература есть, но многие актрисы надеются в душе, конечно, что это будет жесткая форма. Но учитывая, что бюджет, в общем, у нас украден, зависть, интриги, конкуренты. Я тоже специально создавалось, да, чтобы вода быстро, да, шла. Специально создавался напор, чтобы подводное колесо, которое там приводило в движение механизм мельницы. Это еще при Абраме Ганнибале. Это Абрам Ганнибал лично спроектировал и построил по европейскому образцу. Он во Франции этому всему научился. Эти все мельницы строить и так далее. То есть у нас таких мельниц не строили никогда. У нас строили мельницы, которая была большое колесо наверху, и зимой она стояла. А у нее круглый год она работала, эта мельница. Даже когда лед стоял. Вот это уникально.